помните, вы книги, кто читал его книгу, да? Он всегда очень образно описывал свои, ну, такие вот философские размышления. Но почему-то всегда с природой у него очень много связано, да? Где-то у Финского залива, поля. А мое детство тоже прошло, кстати, в этих же местах. Это Стрельное, Финский залив тоже, поэтому мне очень близко. Вот это северная природа наша Петербурга. Песни маэстро на сцене Юрия Берендюкова. Песни из нашего альбома «Скандинавия». Название «Скандинавия», а песня называется «Мой танец с датской королевой». «Датская королева» – это означает прогнуться. Вот Юра Морозов был одним из тех людей, который никогда ни под каким видом, ни под каким условием не прогибался перед чиновником, перед властью. Он был всегда брезгливо в стороне. И эта песня во многом навеяна его кредо, то, что он был таким человеком. Ну, тема вечная – художник и власть. Вот есть два способа. Причем стихи он знает наизусть, Юрий, да, и английский, и русский. Может просто цитировать. Поэзия. Шекспир. Почти, да? Мне нравится. Ну, для меня это вот как вот Шекспир, скажешь, такое, да? Творец. Готика, короче, готика. Ну, что же? Сейчас монгольская песня из скандинавского альбома. Сегодня она монгольская. Это не единственные мои любимые песни у Юрия Морозова, но это единственные, которые я точно, я надеюсь, что помню наизусть. Я знаю. Поэтому сейчас я их и попробую исполнить. Когда-то ветер оборвет вершины скал и деревьев, высушит моря. Сегодня ты так одинок, придешь в никуда. Влечет твой тайный рок. Зазеркалья Невского, сказок немой ураган. Время песком из детства брось.
машина нас за нечеткой границей нечетного века печали. Как всегда ради всех становились никем, как у наброски великой любви и великих открытий. На сцене снова группа «Бумажное солнце». Говорить что-то о Юрке. Ну, один раз понравилось, там человек говорит: как ты так можешь говорить, Юрка? Я говорю: потому что я его знаю вот с 70-го года. Ну вот, то есть вот я родился, и через год я узнал, кто такой Юрка Морозов. Ну вот, это был действительно не просто друг нашей семьи, и Юра, и Марина, и... Юра и Нина, и Сережка Лузин, Маринин братишка, который тоже, к сожалению, нас покинул. Очень-очень много связано с Юрой, и, честно говоря, я искренне благодарен ему. Например, потому что он как-то относился ко мне по-отечески, потому что вот этот товарищ, кто не знает, это папа мой, который с Юрой играл. Да. Ну вот, мое становление как музыканта в стиле рок происходило примерно так. Значит, он мне показал три аккорда, сказал: дальше сам. Я говорю: а что мне дальше делать? Он говорит: нормально, все в порядке. Ну вот, потом где-то году в 83-м, по-моему, да, что-то где-то было типа этого, он, работая в котельной, значит, с Мишей Барзыкиным, он говорит: Мишка, слушай, говорит, батька, говорит, самое, говорит, сынишку моего куда-нибудь пропихни. Ну вот, он говорит, что будешь играть, говорит, в группе «Младшие братья», которые потом при Пинаке стали. Я говорю: конечно, буду, да, после этого там еще куча всего. Ну вот, в общем, как-то так он. А Юрка, он действительно занимался как-то по-отечески. Но у меня был момент, я занялся попсой просто, отвратительной, мерзкой. И Юрка сидел по ночам, помогал мне записывать альбом. Ну, вот честно вам могу сказать, ни за одну песню не стыдно, потому что там такой саунд, там такой звук мощный. То есть попсы там нет. Он все равно сделал, все равно ракешник сделал. Ну, поэтому сегодня мы, конечно, и Юркины... Юркины песни. Мы сегодня все-таки, наверное, несколько песенок своих споем, но в основном, Юра, это все для тебя, мы тебя любим. Я поскрипнула дверь, и вошли одни ярко-красные губы. Хотел спеть нашу песенку, но вот, но она очень созвучна сегодняшнему дню, потому что песня называется «Ангел стеклянный» и посвящается всем вот хрупким, однокрылым, к сожалению, музыкантам, которые не дают высоко подниматься, а как только чуть выше поднимаешься, тебя начинают стрелять. Ладно, ангел стеклянный. Среди мостов и тоннелей, на распутье дорог, без надежды не цели. Спасибо. Следующая песня, как я ее обычно называю, песня великого человека о великом человеке. Юра Морозов. Джон
Леннон. Раз. Ты вырастил волшебный, любит плод яблока, но когти птицы черной подсились от него. Ушел путем ты млечным, туда, где смерть. Можно сказать, что без следующей песни «Бумажное солнце» никогда не уйдет со сцены. Песня называется «Я кретин». И мне в кайф! Раз, два! Я кретин, и мне кайф! Бумажное солнце! Ростислав Звездин! Ну что ж, дорогие друзья, сейчас на сцену будет выходить следующая команда. Ну вот, я хочу еще раз, во-первых, присоединиться ко всем словам, которые сегодня говорились, и которые говорились в Юркин адрес в первую очередь. Хочу сказать огромные слова благодарности вам за то, что вы приходите на эти концерты с завидной регулярностью, потому что я, честно говоря, я не помню, чтобы был вот вечер памяти Юры Морозова, и в зале было пусто. Я всегда в конце вечера, посвященного памяти Юры Морозова, такое четверостишие написал. Он не был теплым, был скорее сложным. Но оставаясь рядом с ним, в любой мороз замерзнуть было невозможно. Все это нежный вкус, все это нежный вкус. Все это просто блюз. Я хочу сказать, что это супергруппа «Северок», потому что музыканты мне собрались из разных слоев известного рок-общества питерского. Все мы, конечно, ценим, знаем, помним и любим творчество Юрия Морозова. А сегодня группа «Северок» приобретает особый суперстарс, потому что сегодня с нами выступает Андрей Тропило. Как говорится, представляем участников дирижерной комиссии, чтобы было все ясно. Сергей Иванов, соло, гитара, вокал. Евгений Плезняков, ударный, вокал. Дмитрий Ильич Бойцов, бас, вокал. Андрей Тропилов, все остальное, что только из Питера, это тоже легенда петербургского, ленинградского рока. Подписано, как посвящается, написано. Номер 3 посвящается Андрею Тропилову. Вот поэтому я имею право петь на стране в этой ты совершенно. Так, первая песня. Ну и актуальная буквально на сегодняшний день, едва ли не одна из самых творчеств Юрия Васильевича нашего Морозова. Как вам что творится? Безобразие. Ничего не остается, как ее только успевать. Прорезни мозгов космическую атмосферу без алкогольных вечеров. Танцуют все! Танцуют все! Басы можно еще прибавить на голосе. Как известно, наша страна всю жизнь отмечает дни космонавтики, любит вспоминать больше всего там, так, про две вещи. Война, космос и все. Ну что ж, у Юрия Морозова тоже была песня, написанная в 73-м году, посвященная космическим тематикам. Называлась такой ритм-блюз, тяжелый, назывался «Астон». Возбудился собачьи ядра, зря только побрился, как женщина, чем поле так пора. Но вдруг из парка кровавых сосен шагов в городском буреломе, свив теней бесконечную сеть. Я как женщина в мокрой истоме в темноту бреду, а шагу ночь.
такой зафрактал. Да, это, знаете, да? А я вот я. Да, по бумажечкам. Премьера песни. У меня две, да. Я конференцию хочу. Ага, она-то века. Риверочка, дайте, пожалуйста, вот такого большого. Да, Ривер, Ривер. А, имя отлично. Сейчас мы не знаем, почему. То есть знаем, но плохо. Все, что понятно, как это не знаем, как вы или там, по бумажке. Да, да. Как в ладони чистом гулял Дания, в небе вольном птицам летала ли она, там, где скачут кони, слышен их бег, там за горизонтом есть что или нет. Ветер, свет присколесить, в дальних землях сердце чем приворожить, разлодалым гостям чужой ли стороне, где сложу я кости, неведомо то мне. Цветами да травой не видать мне больше стороны родной. Эх, не лейте слезы с глаз да в три ручья, как в чистом поле гулял ли да не я. Наша любимая всеми нами Маринчик. Маринчик Капур. Вот. С мастером Гридюком. И вот просто дело в том, что я давно, да, с мастером Юрой Гридюком, которого сегодня рассказал такую свою теорию, вот, касаемую, как принято говорить, облысения старых музыкантов. И вообще рокеров там, творческих, и художников и прочих поэтов. Я просто говорю, у нас это называется не лысина, например, Шекспирина. А мы, между прочим, не лысеем. Да. Знаешь что? Или, например, Мулявина. Вообще, это лысина, вот. Это доминанта. Или Владимир Мулявина. А где еще можно сказать? Бериндинка. Имени Юрия Бериндюкова. Так страшна эта крайность. Звездное небо побед. Двойной. И черт его дернул познакомиться со мной. Мы пошли гулять, встретили на городе убитые лавы. Не, 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 не
Северок и Андрей Торопило. Или художник тот был плох, или писал он словно бог, но был на весь мир зол, и мне достались плохая мысль.